Радикальные исламисты вынашивали планы по организации масштабных терактов в Париже, целью которых могли стать в том числе всемирно известные достопримечательности французской столицы, Эйфелевая башня и музей Лувр. О преступных планах выяснилось после того, как по подозрению в преступном сговоре был арестован некий Али, 29-летний алжирский мясник и отец двоих детей. Общаясь с Аль-Каидой, исламист готовился совершить теракт, где собирается много европейцев. Экстремиста задержали за месяц перед тем, как он планировал вылететь в Алжир в лагерь террористов для подготовки задуманного.